Добрый день, с вами Довина Наташа, художник компании «Таир». Возможно, вы пропустили одну из главных новинок этого лета – нашу замечательную гуашь в тубах. Профессиональная гуашь «Таир» уже успела покорить немало сердец. Мягкая кремовая консистенция, яркие оттенки, бархатистая матовая поверхность после высыхания – вот качества, которые говорят сами за себя. Многие художники оценили высокие возможности гуаши «Таир» в самых разных жанрах. Иллюстрации, ботанической и классической живописи, портретах и абстракциях. Гуашь разбавляется водой. При желании позволяет чередовать густые мазки нежными полупрозрачными лессировками. Раньше мы выпускали гуашь в банках 50 и 100 мл, а также набором классических оттенков из 8 баночек по 20 мл. Но мы всегда хотели выпустить гуашевые краски именно в тубах, и весной наконец-то сделали это. Чем же удобна такая упаковка? Она обеспечивает краске лучшую сохранность. На производстве каждая туба запаяна, но даже после вскрытия площадь соприкосновения краски с воздухом очень мала из-за небольшого отверстия. Из банки краска достается кистью или мастихином, и всегда есть риск, что в банку попадет другой цвет. Туба удобна тем, что позволяет выдавить на палитру нужное количество краски и оставить краску внутри в неприкосновенности. Компактность. Очень удобно захватить несколько туб нужного цвета, положить их в рюкзак или в пенал и отправиться на пленэр. Гуашь просто создан для пленэров, не требует специальных разбавителей, быстро высыхает и неприхотлива к основе. Можно писать на чем угодно – на картоне, холстах или в скетчбуке. Приобрести нашу гуашь в любом объеме можно в магазинах наших партнеров, а также на Озоне и Wildberries. Творите с удовольствием и до новых встреч!